Концерт пасхальный. Сегодня 1 мая 2016 года. Христос воскрес! Нашей планете. Об этом сегодня расскажут вам дети. И как пример нам вот этот цветок. Значение имеет любой лепесток. Вечный Бог неизменный наш мир возлюбил. Сына в мир он послал, чтобы он пострадал и грехи на себя наши взял и нам жизнь подарил. И теперь по примеру Иисуса Христа ту любовь мы должны проявлять, чтобы видели люди все наши дела, чтоб любовью могли мы дышать. Когда воскрес наш Иисус, из гроба в третий день сказал он: «Радуйтесь, друзья, не властна смерти тень». Той радости уж сколько лет людей полны сердца. Христос воскрес, сомнений нет, хвалой полны уста. Поснимай. Наводи только и щакай. Все. Только хлеб. Воскрес Христос. Громко. Воскрес Христос, ученикам явился. И слово ободрения принес. Мил вам сказал. И мил в сердца вселился. И этот мил сомнения унес. И до сих пор друг другу ложить дети все повторяют эти же слова. Мил вам. И мил для всех на свете. Добрее пусть становится сердце. Так часто Иисусу приходилось насмешки и издевательства сносить. Но он терпел, и в этом Божья милость. И только так и Христос смог победить. Ты
Как ты терпеть не можем мы, нам так терпения не хватает. И часто, и на насмешку или злой вопрос, так часто люди тем же отвечают. Христа называли «учитель благий», и каждый еврей это знал. Во всем, что он делал и что он говорил, он благость свою проявлял. Сегодня задача для всех христиан – благие поступки совершать. Для всех поколений, народов и стран нам благость Христа показать. Христос терпел ужасные мучения, но милосердие миру он явил. И проявил к разбойнику любовь и сострадание, и в муках на кресте его простил. Без милосердия, без чувства сострадания нельзя нам, христианам, в мире жить. Христос прощал и являл любовь в мучениях, в страданиях. И мы должны так милосердны быть. В каждом своем слове или деле свою веру миру он являл. Нам ее оставил для примера, чтобы каждый в этом мире знал, что без веры людям невозможно Богу угодить в своих делах. Можем говорить мы что угодно, но без веры мы потерпим крах. Я кроткий и сердцем смиренный, однажды Христос так сказал. На ругань, побои, насмешки он кротко стоял и молчал. Блаженны все кроткие сердцем, они унаследуют все. Они унаследуют землю, сам Бог обещал им ее. Когда обвиняли Христа на суде, от речи ответной Господь воздержался. Ни слова тогда не сказал он в толпе, хотя он людьми обвинялся. И нам, христианам, бывает порою, за лучшее было бы просто смолчать. Когда обвиняют ты нас перед толпою, дай Бог воздержание нам проявлять. Дай Бог.
Однажды на земле родился он, и Вифлеемская звезда была знаменьем. Младенец, чистый и прекрасный, словно сон, Мессия он, в том не было сомнения. Сын Божий Иисус Христос явлен был миру для его спасения. Он столько мук и пыток перенес, чтоб избежали мы гиены тления. Он на кресте безбожником распят за доброту, за чистоту, за непорочность, за то, что был народ теплом объят, за веры нити и бессомнительную прочность. Но вот случилось чудо из чудес, и радость разбежалась по планете. Христос живой, Иисус Христос воскрес, бессмертен он в святыне в ярком свете. Христос, он словно теплый ветерок, глазами не увидите, но все же почувствовать бы каждый смог, как дышит нам в лицо великий Боже. Рано, рано утречком Иисус воскрес, прилетели ангелы на землю с небес, возвестили женщинам радостную весть, и людей для грешников избавление есть. Радостью наполнена грешная земля, радостью спасения радуюсь и я. Одна из в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Когда еще одна весна, еще напоминание, когда встает от сна Господнее создание, когда ликует дух, и далеки сомнения, и ловит нежный слух за облачное пение. И повесть давних лет живит напоминанием, в душе Господний свет и в сердце ликование. Господь вовек живой, все слушайте, внемлите, Он Бог и твой, и мой, Он Бог и твой Спаситель. Аминь. Святая ночь, залита глям и хлам, молитва грешников восходит до небес. Как в отале за зоне фиам, Христос воскрес, воистину воскрес. Природа низким трепетом больна, витает звезды в глубине небес. Таит на грязь умылом тишина, Христос воскрес, воистину воскрес. Как пью буя замерят лава, затих питание дремутит старый лес, и свет и шептит, несли слова, Христос воскрес, воистину воскрес. Аллилуйя, аллилуйя, Господа Христа люблю я. За меня Он жизнь отдал, на Голгофе пострадал. Аллилуйя, аллилуйя, лишь Ему принадлежу я. Свет небесного огня горит сердце у меня. Аллилуйя, аллилуйя, гимн хвалы Христу пою я. В нем есть радость и покой, гимн нетленный и святой. Аллилуйя, аллилуйя, Господа Христа люблю я. Среди всех богат земли вечный клад он для души. Аллилуйя, аллилуйя, мир и радость на земле. Возвещайте весть благую, весть о Господе Христе. Аллилуйя, спасибо. Аллилуйя. Христос воскрес и ад им побежден. Христос воскрес и миром искуплен. Христос воскрес и рай открыты двери. Христос воскрес и сила ада пала. Христос воскрес, и стерто смерти жало. Христос воскрес, и мир... Христос воскрес, и мир... И Христос воскрес, и мир от муки спас. Открыты царские врата пред нами, святой огонь сияет от свечи. Кругом опять уже в храме цветные яйца, пасхи, куличи. Еще темно, но солнышко играет, играет всеми красками. Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Да плохо сейчас. Леонида.
Прячется солнце за тучей, в зернышке спрятан росток. В желуди дуб есть могучий, в хрупкой скорлупке желток. В землю запрятаны корни разных деревьев, кустов. И под опавшей листвою спряталось много грибов. В сердце хранится сокровище, в каждом особо свое. Злое и доброе кроется, трудно увидеть его. Люди уста открывают, явным становится все. То, что внутри обитает, в сердце находится что. Доброе сердце храните, пользу оно принесет. Злое из сердца гоните, чтобы хорошим был плод. Спасибо, Христос. Постарайся. Христос воскрес, Он царь миров, царь могучих повелитель. Он весь смирение, весь любовь. За грешный мир святую кровь пролил, как ангел-искупитель. Христос воскрес, Он людям дал завет святого всепрощения. Он падшим милость даровал, и за святые убеждения велел страдать, как сам страдал. Христос воскрес, Он возвестил, что на земле все люди братья. Он мир любовью обновил, и на кресте врагов простил, и нам открыл свои объятия. Христос воскрес! Христос воскрес! Пустите радостные звуки, как пение ангелов с небес. Рассеют злобу, скорби, муки. Соединим все братские руки, обнимем всех. Христос воскрес! Воистину воскрес! Тот, кто с вечной любовью воздавал за зло добром, избиен, покрытый кровью, вечен терновым венцом. Всех собой, печалью сближенные, жизни долею обиженных, угнетенных и униженных осенит своим крестом. Вы, чьи лучшие стремления даром гибнут под ермом, верьте, други, в избавление. Божий свету мы грядем. Все кручины согбенные, все цепями увлеченные, вы Христом спокребенные, совоскреснете с Христом. Григерий будет с тем Давай. Еще с переводом, сурдо перевод. Бог повсюду, Бог везде, в небе, в воздухе, в воде. Все Он видит, все Он знает, все на свете понимает. Бог Спаситель мой и твой, Бог повсюду, Бог живой. Спасибо. Вот так вот. Из года в год. Из года в год, из века в век передается истина. Услышит каждый человек. Христос воскрес воистину. Сегодня у окошка чирикнул воробей. Вставай скорее, крошка, проснись скорей, скорей. Всюду цветенье, Христос воскрес, воскрес. Сегодня воскресенье, поют земля и лес. Сегодня воскресенье, поют земля и лес. Земля и лес, Христос воскрес!
этой радостной ноте концерт наш подошел к концу. Аллилуйя! Детки постились, молились, готовились и заслужили маленькие гостинчики. Дети, я буду давать руки, не передавать. Кому даю, тот и держит, ясно? Оля, Оля. Оля Д. Оля Д. Леонида. Вера. Вера, нет. Таня. Лера. Лера, тебе. Оля П. Держи, Валюша, держи. Варюша, держи. Варюша. А кто такая Агаша? Третьякова. Я вообще извиняюсь, а Кирина. Сразу же. А Кирине тогда эти руки ладно. Агния. Православные здесь можно немножко гостинчики, ребятишки, вам гостинчики? Я батюшка. Батюшка прислал гостинчики. Один по я у вас может доехать. По блату. Нет, тоже не заедешь. Так, это, Ленафа, помогите, уберите половик этот. Потихоньку, не уроните. Потихоньку. Так, мужчины кто-то, помогите снять, чтобы не уронить. А где пакетик? Давай выключать. А? Выключать чем? Вот, вот. Все, выключи. Все, выключим. Теперь вот это, подожди, держи так я одну руку. Вот это нужно, чтобы она утянула туда. Я говорю, выключить. Ага. Вот теперь вот это, накрой крышечку. Вот и все. Давайте быстренько, сестры, давайте быстренько. Она войдет туда. С двух сторон там есть. Не разъезжайтесь, пока не уберем. Все, благодарю. Спасибо, Христос. Ну тогда ты меня забираешь. Ну, пошли. У тебя визит уже есть? Молитву снять. Хочу снять. Нету? Нет, ну я бы мог вам благовествовать, я хотел вообще почитать. Все, Станюш, садитесь, давайте уберем быстренько. Игнатий Игнатьевич, вы камеру дадите нам, мы сегодня поблаговествовать будем. Нет, не дам, наверное. Ну, смотрите, как ну посмотреть надо. Вы, значит, у нас там есть еще одна. А, за... ну так дадите. Ну зайдите, посмотрите. Ну вот Сергей будет заниматься. Я вот буду благовестить. Это никак мне, это у меня одна. Я тут днем буду снимать. Так.